4 мегагерца на затворе. Наверное, нужен этот ток. Может, 14 вольт. На качер идет. То есть не на качер, на Теслу. Может, сгорел транзистор.
106 О между затвором и истоком. Похоже, транзистор сгорел. Подделка ERF 540. Током бьется. Между затворами и стоком 0,2 Ома. Между истоком и стоком 0,2 Ома.